Саныч, рассказывай. В большом-большом городе, в высоком-высоком доме на окраине леса, в темной каморке площадью 11 квадратных метров, без окон, без дверей, школа ремонта решила сделать многофункциональную комнату. Во время ремонта происходили таинственные вещи. Дизайнер убегала от нас в лес. Догоню, поймай Уткина! Уткина! Стены комнаты покрыла мраморная крошка. А после того, как появились буазыри, комнату заволокла зелень. Много тяжелых работ легло на плечи девочки Кати. Ого, больно же. Как тяжело. Хотите узнать развязку этой странной истории? Смотрите в субботу в 10 утра на ТНТ.